Первый зимний веломарафон проходит в эти минуты в столичном триатлон-парке. Участник всего один. Велосипедист-любитель Ернат Мелсуле проедет 50 кругов. Это 150 километров. На это потребуется не менее 12 часов. За заездом наблюдают представители Книги рекордов Казахстана. Готовиться к веломарафону Ернат начал 4 года назад. В 2018-м он успешно проехал почти 500 километров от столицы до села Актогай Карагандинской области. В общей сложности за последние 3 года Ернат преодолел около 3000 километров путешествия по Казахстану на велосипеде. Соло-веломарафон посвящен 150-летию государственного и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова. У меня будет 2 перерыва, чтобы пообщаться с представителями СМИ, пообедать и для того, чтобы меня осмотрела бригада врачей, которые здесь дежурят. Принял решение провести одиночный велопробег. Все-таки нельзя забывать про ковид. К тому же зима, мороз, лучше не рисковать. Не каждый велосипедист, конечно, справится с такой дистанцией, но Ернат решительно готов ее преодолеть, достаточно мотивирован, чтобы поставить рекорд. А Книга рекордов Казахстана готова его зарегистрировать. Увидим результат сегодня вечером.